Этот материал, несомненно, многих шокирует. Тем не менее, шок, по всей видимости, будет не самым худшим из того, что вам придется испытать. Речь в этом фильме пойдет о вещах, жизненно важных для каждого человека. Паразиты, поедающие глаза. Экантоабида. Экантоабида – это отдельный самостоятельный организм, паразитическое простейшее. Он может жить везде, где для него есть какая-то еда – бактерии. Основное место, где обосновалась экантоабида – это человеческий глаз. В любой офтальмологической лаборатории вам скажут, что науке пока неизвестно, как этим паразитом заражается человек. Однако в мире большинство людей носят в себе этих простейших. Как только иммунитет ослабляется, экантоабида активизируется и ловко погружается глубоко в роговицу. Там она живет, питается и размножается. Также она выделяет протеины, которые растворяют поверхность роговицы глаза, и также кормится различными веществами резервуара роговицы, причиняя вред ткани и провоцируя воспаление. Только 30% зараженных людей помогают специальные инъекции. Остальным нужно трансплантировать новую роговицу, иначе они полностью потеряют зрение. Это очень серьезное заболевание. Убить этого паразита очень сложно, потому что экантоабида – мастер маскировки. Она активно питается и размножается, но когда окружающая среда становится враждебной, экантоабида может приостановить свою жизнедеятельность и не получать дозу лекарства, которым мы пытаемся ее отравить. Она очень вынослива, может выдержать долго, пока окружающая среда не станет опять благоприятной. В мире 314 миллионов людей имеют плохое зрение. Из них 13 миллионов дети. Из этих детей, кто сталкивался с этим паразитом, большинство потеряли зрение. Первые симптомы поражения экантоабидой – это быстрое уставание глаз, а также периодически возникающая боль. Чтобы избежать подобных последствий, регулярно проходите профилактику методом биорезонанса. Подробнее на нашем сайте antiparazit.biz. Шокирующая правда о паразитных инфекциях. Зайди и скачай там полный фильм о паразитах.